Всем привет! Мы находимся в магазине Desort, и сегодня у нас видеообзор, посвященный пробке. Значит, в этот раз у нас пробка клеевая, под брендом знаменитым Викандерс португальским. Вот. И их коллекция Викандерс Pure, ну, с английского переводится как чистый, простой. Вот. Но это одна из самых недорогих клеевых коллекций. Коллекция 4-миллиметровой толщины. Без фаски. Значит, есть дизайны как матированные в цвет, так и натурального цвета. Их не так много, их всего 7. Каждый отдельно покажу. Значит, давайте еще что про технические характеристики. Вообще подробно про пробку, про преимущества и недостатки есть. Смотрите, есть отдельное видео. Вот, про эту коллекцию, ну, прям совсем коротко расскажу. 4 мм, клеевая, то есть достаточно 4, не максимальная, потому что достаточно бюджетная получается. Есть не очень дорогие дизайны, самые простые. Коллекция покрыта полиуретановой защитой, предлакировка. То есть, когда вы ее приклеите, необходимо будет еще покрыть ее лаком дополнительным. Лаком рекомендуем Лабадур. Ну, наверное, технически все. Что еще важно сказать, мы доставляем пробку по всей стране, обращайтесь, в некоторых случаях доставка будет бесплатная, вот, и подписчикам дополнительные скидки. И сейчас покажу все дизайны. Давайте сначала начнем с крашеных дизайнов. Вот, Serenity дизайн, вот, практически белый. Видим, такая направленная текстура, узкие полосочки, они заматированы. Вот, фактически, точно такой же дизайн, но закрашенный в бежевый цвет, смотрится уже совсем по-другому. Это коллекция, ну, дизайн называется Charm. Он более естественный, более натуральный. Есть очень красивый, то есть такая же текстура, опять в полосочку, но уже закрашенная в темный цвет, такой шоколадный, чуть-чуть выражено отдает, называется Allure. Вот. Очень богат смотрится этот дизайн, мне он очень нравится. Вот. Есть такой бежевый, если вот этот был желтизной, предпоследний, то это уже такой более бежевый. Addict дизайн называется. Вот. Вот это фактически уже у нас Blaze. Это тот же самый дизайн, но натуральный. А вот пошли дизайны, уже другая структура. Смотрите, вот эти большие куски и так далее. Совсем по-другому смотрится пробка, совсем другой пол. Вот. Называется он Original Shell. Ну вот. И еще один дизайн, тоже с другой совершенно геометрией, текстурой. Если здесь она хаотичная, здесь она такая геометрическая. Вот, набрана из квадратиков, там, прямоугольничков разных размеров. Вот, это Harmony она называется, эта плитка Originals. Вот, очень... Мне вот этот дизайн очень нравится. Он, с одной стороны, каждый квадратик как бы отдельно, но вместе все смотрится так... Ну, очень круто скомпоновано. Вот. Ну, вот, кстати, тоже интересно, иногда спрашивают, а вот как получают вот такой вот дизайн, как вот он получается? На самом деле, много женщин в Португалии стоят около специального сортировочного стола, это вот кусочки, и они прям их собирают между собой, чтобы они хорошо компоновались, и потом их подклеивают и как штампом обрезают. Поэтому вот такие дизайны... Ну, собираются прямо вручную. Ну, вот, очень интересно посмотреть на это вживую. Так вот. В принципе, все. Приходите к нам в магазин, делайте покупки. Всем пока!